рамках партийной инициативы «Чистая страна» активисты Одинцовского отделения «Единой России» осмотрели новую площадку губернаторского проекта «Мегабак», которая открылась по адресу улица Зеленая, 34 в Одинцово. Здесь предусмотрены отдельные контейнеры для сбора бумаги, пластики, старой бытовой техники, металлического лома, автомобильных шин. Собранные отходы по мере их накопления забирают компании-переработчики. Отходы можно привозить абсолютно бесплатно.